Если этот видос наберет 20 тысяч лайков, я для вас завтра распакую кое-что интересное. Всем йоу, чуваки, с вами я, PandaFX. Вышла мега сексуальная карточка Серхио Агуэро, который по всем практически статам уделывает зубастика. Я даже подумывал его собрать, купил 3 Агуэро, чтобы еще навариться на этом, но лоханулся, потому что там нужен информ Агуэро. И у меня тут вопрос. И ашники, вы что, охуели? 1,5 миллиона, даже больше, чем 1,5 миллиона монет за непродаваемую карточку? Серьезно? На, серьезно. Компания. Я, конечно, понимаю, что статы у него безумно красивые, но зачастую бывает такое, что они просто нарисованы. Тесты я буду все проходить в Weekend League, поэтому, опять же, оценка будет максимально объективная. Первый соперник прям мега охуенный. То, что надо. Да он заебал. Он туда-сюда мяч гоняет раз за разом. Какой от этого смысл? Смотрите, что он делает, блядь. Он как будто специально намеренно тянет время. Ну, что это за игра, блядь? Я, конечно, понимаю, что это очень крутой стиль, чтобы меня доебать, но, блядь. Ну, что делает, блядь? Так, я вижу Агуэро. Я вижу Агуэро. Великолепно. И Агуэро забивает. Хорошо. 14-я минута. 1-0. Так, Серхио. Серхио. Хорошо. Крутанулся. Лонг. Это что было, братан? Ух, ебать, Дехе. Ой, подает Каутиньо. Ваньдайк, нихуя, Дехе, блядь, опять спасает. Чё-то соперник меня прижал, парни. Это Фердинанд. Так, вынеси. Ну вынеси. Ну вы, блядь, да он стоит на месте, почему? Я, сука, подхожу к мячу, этот долбоёб встал на месте и стоит. Чё за хуйня? Абсолютно заскриптованный момент. Соперник, конечно, хорошо играет, но... О боже, что это? Ну что... Что это? Пожалуйста, игра, не еби мозги, я тебя очень прошу. Так, пяти, выпрыгивай. Агуэро! Какой голешник, Серхио Агуэро! Я не понимаю, как он не оказался в офсайде, но голешник красивый. Посмотрите, на и в полете. Вот это шедевр, парни. Ух, как он так забрал, я не знаю. Агуэро! Красавчик. Нихуя, Дехе. Бля, в этом матче Дехе просто какой-то нереальный. Тише, тише, нихуя себе. Какая шара залетела-то. Так, парни, подождите, в этом матче еще нихуя не ясно. Я тут расслабился раньше времени. Я не против такого голешника. Да, он красивый, все такое. Но когда это делает Каутиньо, который не на полной сыгранности стоит на ЦП, это странное дерьмо. Так, пак-бум, пак-бум, пак-бум. Все, 2-4, братан, сорян. Опа, Агуэро. Еще один голешник. 5-2. Открывается этот парень. Очень круто. Ну что, пацаны, первый матч заканчивается. 4 гола от Агуэро. Довольно сильная заявочка, чтобы собрать его. Итак, ребятки, второй соперник на сегодня. Тут уже составчик, конечно, поинтересней. Так, Агуэро. Хорошо, хорошо. Блять, ебаный Аспилико это, откуда ты выстрелился? Бля, он очень маневренный, очень ловкий. Конечно, дриблинг у него просто какой-то нереальный. Посмотрите, как он всех нахую крутит. У него дриблинг круче даже, чем у Рональдиньо. Серьезно. А, это гол? Ха, прикольно. Вера 1-0. Я частенько вот такие вот голы забиваю. Развожу немножко, вот до центра дохожу, вешаю. И тут Вера там или пяти постоянно вверх выигрывают. Давай лонгшот проверим. Ебать! Хорош! Проверили лонгшотик Агуэро. 2-0. Мне нравится. Так, великолепное открытие Агуэро. Здесь нужно финтануться. Я сказал финтануться, братан. Ну, конечно, вот с корпусом не все так гладко, как хотелось бы. Хотя сила у него указана 85, но толкается он, честно, так себе. Да ебаный рот, да остановил же Салаха. Че? Опять, блядь, ты Саита остановил. Бля, парни, вот вы просто скажите, что это не скрипты. Я 2 раза мяч отобрал. Что сделал голкипер в ближний угол? Я просто в ахуе. Ты просто нихуя сделать не можешь. Сколько раз бы ты не отбирал в защите всех говноеды, блядь. Салах лучший, блядь, игрок мира, дайте ему ЗМ, блядь. Я в ахуе просто. Съебался нахуй. Сука, блядь, ты хей ебаный. Пиздец. Ладненько, играем дальше. Окей, окей, играем дальше. Соперник заслужил, однозначно. Так, так. И вот так вот. Отдыхай, братан.
На, нахуй, получай. Получай, блядь! Десаи. Хорош, 4-2. Как FIFA 15, как FIFA 15. По канону, давай, братан. Ну, мяч у меня остался. Ну! Ха! Вот это прикол! Третий соперник на сегодня. И тут составчик, конечно, пиздец охуенный. Опа. Нихуя себе соперник прикольно придумал. Окей, 1-0. Неплохо. Не, соперник меня раскатывает. Тут вообще без шансов. Нормально. Давайте найдем нашего следующего соперника. Пошла полная жесть, пацаны. Агуэрчик, забегаем. Остановочка и удар. Штанга. Сисока. Штанга. Чё за хуйня, блять? Лети. Ха-ха-ха! Такую залупу забил, блять. Очевидные моменты не забиваю, а вот такое дерьмище полное забиваю. Что за хуйня, блять? Так, ушел. Ну, бля, ну поставь корпус Агуэра, ну 85 сила, ёбаный рот. Вот сила определенно точно у него нарисованная. Так, ну-ка, Рональдиньо, давай, классический навес. Ну, пацаны, смотрите, как на изи залетает. Состав у соперника просто пиздец. А на самом деле, что-то как-то и не чувствую этого пиздеца. Так, Агуэра улетает. Тут нужен финт. И вот так вот, хорошо. Тише. Ох, ебать, Дехея. Парни, это был просто героический сейв. Что за провал? Ух, Дехея, хорош. Блин, он прям радует в этом выпуске меня. Хорошо. И тут лонгшотни. Шмейхель, ты чё, блядь? Роналдиньо, ты чё, в пустые, блядь? Ну, блядь, Пуёля-то ты должен убежать, братан. Хорош, хотел сказать, но опять штанга. 3 штанги за матч. Это мой минимум постоянно, блядь. Так, подача на Агуэра. Ну-ка, как ты на втором этаже? Хорошо, Агуэра на втором этаже, и, судя по всему, это рейдж квит. Давай, братан, удачи. Время подводить итоги. 6 матчей, 13 голов и 2 ассиста. На самом деле, этот парень имеет при себе вообще все, что нужно для идеального страйкера, кроме одного параметра. Это годная физуха и сила. Хотя тут написано, что у него 85 сила, но, поверьте мне, толкается он не так круто, как бы мне хотелось. Видимо, я уже зажрался, и мне хочется, чтобы все толкались, как Кристиано на эстеп. Собирать или нет, дело каждого, но я лично вряд ли буду его собирать, потому что все-таки это игрок не моего формата. Я люблю более таких толкающихся персонажей, по типу того же Мбаппе или же Кристиано, у которых есть физуха, у которых есть более-менее адекватный рост, и вот все в этом стиле. Но опять же, игрок крутой, все у него есть, но просто вот нам не по пути. Такое в жизни не бывает, да и тем более за те же 1.5 ляма я лучше приобрету себе Криштиану Роналду. Пишите в комментариях, если вы за него играли, понравился он вам или нет. Если этот видос вам зашел, то я не откажусь, если вы немножко отсыпите мне лайкусиков. С вами был я, PandaFX. Всех люблю, целую, обнимаю и всем хорошего настроения. Покедова.